Среди высоких библиотечных стеллажей опасливо блуждают уснувшие, боясь встретиться взглядами, принюхиваясь, отслеживая малейшие колебания в движении затхлого воздуха, пробуя на вкус бумажную пыль. Только бы не смотреть тягостных соблазнов. Никогда не знаешь наверняка, кто окажется перед тобой, такой же уснувший. Случайная мышь в лабиринте, собеседник, монотонность и давящее одиночество. Случайный попутчик среди километров целлюлозы. Что может быть проще, если бы только не страх снова испытать на себе их милость? Сплетение, срастание, смыкание нервов и плоти с телом настолько увечным, сколь и несокрушимым, растворение в чужеродном сознании, не знающем ничего, кроме боли, безвременная агония. А потом быть выплюнутым судорожно содрогающейся плотью и ползти как можно дальше, чтобы больше никогда не встретиться взглядом. Потому что здесь все давно уже мертвы. Ведь это рай!